Сегодня у нас 10 сентября 2016 года. Вот мы на это у Игоря Барбаша работаем. Здесь вот он, остатки гороха у него осталось с пылью. Вот, и мы сейчас просеиваем носить его. Матушка нам дала, Людмила, вот, чтобы хоть меньше пыли было. И все это уйдет для голубей. Потом, даст Бог. Вот. А может и сами еще тоже поедим. Попробуем. Так. Вот здесь школа. Вот недавно отмолились уже. Около часа тому назад. Примерно. Вечернее богослужение было. Вот дрова тут Виталий Калиников колол. Память о нем осталась. Вот у Игоря Барбаша трактор стоит. Тракторенок. Вот они там вместе с сыном работают. Игорь вон. Терентий, Игорь. Целый день возятся с трактором. Что-то у них сломалось там. Терентий уже стал черным лицом. Вот так вот, что значит старой техники. Что не сделаешь, новую не купишь. Слишком много денег стоит. Ну вот так вот, слава Богу. По милости Божией. Это наша школа Потеряевская. Ну. Никита уже тут набрал. Ты все, уже много, да? Он просеял. Радость, полные штаны. Тебе полные штаны. Давай, святой человек. Давай делать что-то. Хороший горошек. У меня рожки растут. А ты их спиливай молитвой. Слава Христу.